Всем привет! В канун великого и ужасного Хэллоуина, когда люди во всем мире одевают страшные необычные наряды, зажигают фонарики из тыквы и начинают праздновать этот зловещий праздник, внесенный в список самых распространенных фобий среди детей, я не удержалась и решила испечь кексики и, естественно, с тыквой. Жмите колокольчик, чтобы не потерять рецепт, и поехали! Для начала подготовим тыкву, очистим ее от кожуры и семян. Кстати, этот сорт тыквы не обязательно очищать от кожуры. После запекания в духовке ее абсолютно не будет чувствоваться. Просто я об этом поздно вспомнила. Нам понадобится 300-350 граммов тыквы. Нарезаем на небольшие кусочки, а затем выкладываем на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Отправляем тыкву в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30, максимум 35 минут. Готовность проверяем вилкой. Даем тыкве полностью остыть. А теперь подготовим тесто для кексиков. Остывшую тыкву измельчаем с помощью погружного блендера. Получившееся пюре перекладываем в емкость, где будем замешивать тесто. Добавляем сахар и миксером все перемешиваем до растворения сахара. Затем вбиваем яйцо и снова все перемешиваем. Добавляем растительное масло. Я предпочитаю подсолнечное, так как оно без запаха, но оливковое тоже подойдет. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в тесто. Можно муку просеивать заранее, но мне кажется, что если просеивать муку прямо в тесто, то выпечка на выходе получается более пышная и воздушная. Добавляю специи, корицу и мускатный орех. Также можно добавить имбирь, кардамон, цедру лимона или апельсина. Все зависит от вкусовых предпочтений. Грецкие орешки нарезаем на мелкие кусочки и добавляем в тесто. Перемешиваем миксером с общей массой и готово. Готовой массой наполняем формочки для кексов приблизительно на 2/3, а затем отправляем в духовку выпекаться при 180 градусах 20 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Готовые кексики можно украсить сахарной пудрой. Кексики получаются воздушные и очень вкусные. Осталось только понаблюдать, сколько же времени понадобится хэллоуинской нечисти, чтобы с ними справиться. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы! Пока-пока!